еще курортной, а сегодня называется улица Бутомы. Ходил троллейбус номер 4. Он шел из Лесков и приезжал сюда на привокзальную площадь. Здесь сделал круг, разворот и отправлялся обратно. Это было очень удобно для тех, кто ехал на железнодорожный вокзал или по каким-то своим делам в район Пушкинской, либо Центрального рынка и так далее. Сегодня здесь уже нет вокзала, он только пригородный. Но здесь построен большой рынок. Этот рынок, по мнению горожан, является самым удобным и недорогим для тех людей, которые хотят в выходной день, либо в утренние часы приобрести себе продукты питания первой необходимости. А здесь на пригородных поездах и на машинах приезжает очень много тех производителей этих продуктов, которые сами выращивают эти фрукты и овощи. И это их производство, творог, сметана и другие кисломолочные продукты, а также птица и все, что необходимо. Людям очень удобно, но неудобно добираться. И я скажу, что члены моей семьи, которые отвечают за обед в моем доме, тоже ходят на этот рынок. Поэтому мы с Борисом Юрьевичем Козырем в свое время обсудили и на какой-то период пустили сюда 2 удобных автобуса. Однако практика показала, что все должно быть стабильно, постоянно. И новое – это хорошо забытое старое. Поэтому с ранних часов теперь троллейбус номер 4, как он и был раньше, будет ходить по тому же маршруту, по которому его задумывали многие годы. Будет ходить сюда до 15 часов, ну, пока работает рынок, дальше в нем смысла нет. Интервал этого троллейбуса, Александр Джорджевич, работает 20-25 минут. Это удобно для того, чтобы скупиться и сумками своими сесть на удобную площадку.